Привет, дружище! В общем, да, ребята, у нас сегодня будет очень-очень крутая новогодняя серия. Я сегодня, ребята, в общем, буду открывать подарки от своих подписчиков BrickRix. Я, в общем, друзья, где-то примерно еще месяц назад попросил своих подписчиков, чтобы они, ребят, построили для меня подарочки со всевозможными внутри постройками, сюрпризами. При этом я, ребят, вообще как бы не знаю, что там внутри. И вот, ребят, где-то примерно человек 15, может, около 10, откликнулось, ребят, как бы на мою идейку, и они построили подарки. Короче, ребята, сразу говорю, если вы хотите, друзья, попасть в следующий ролик, чтобы именно ваш подарок я показал, то, ребят, смотрите, что нужно сделать. Необходимо, друзья, построить, собственно, подарок, коробку какую-то, внутри постройку, какой-то сюрприз, не знаю, на ваше усмотрение, все, что хотите туда, ребята, можете засунуть в этот подарок. Ну и все это, друзья, необходимо выложить в Steam Workshop, то есть, да, ребят, в мастерскую Steam. И все это, друзья, под тегом Slavic Must или подарок для Slavic Must или что-то такое. Короче, да, ребят, где-то примерно через несколько дней я еще разочек туда загляну, и самые-самые-самые, ребят, крутые подарки я покажу в новой серии. Вот, ребята, первых вот таких вот прикольных три подарка. Кстати, да, дружище, успей поставить лайк за 3 секунды, если ты хочешь крутой подарок на Новый год. Ты готов? Я считаю. Раз, два, три. Надеюсь, ты уже поставил лайк и действительно получишь очень-очень крутой подарок. В общем, да, ребят, три подарочка. Первый у нас от Мяхта. Давайте посмотрим. Так, нажимать сюда. Нажимаем, друзья. О, смотрите. Офигеть. А, ребят, я помню эту машину. Вау, что произошло? Вы это видели? Хо-хо-хо. Друзья, что-то, короче, произошло с этой машиной. Я, правда, ничего и не понял. Короче, а, нифига себе, она даже, ребят, видите, ездит у нас эта машинка. Прикольно он, друзья, сделал. Я, ребят, помню эту машину. Он ее, кстати, сам построил в одной из битв построек. Прикольненько, ребята, прикольный подарочек. Специально, ребят, для меня машинку он построил. Окей. Следующий у нас, друзья, Невас. Невас, прям, видите, просто огромный, друзья, у нас подарок сделал. Смотрите. Офигеть. Так, и что у нас здесь? Смотрим. Так, за этой стеной три самых лучших подарка. Хорошо, попозже, ребят, давайте. Это для тебя конфеты, шоколадный торт. Ого, ребят, нифига себе он тут постарался. Самые активные подписчики. Прикольно, ребят. Преслава, я рад, что ты открыл мой подарок. У тебя такой точно не было. Блин, ребят, реально прикольно. Ну, давайте посмотрим, что здесь за этой стеной. Так, оп. А, смотрите, друзья, офигеть! Хо-хо. Это получается, друзья, да, кнопки Ютуба на миллион. Ребят, смотрите, подписчиков. Slavic Must, YouTube, BrickRix. И здесь у нас, друзья, 10 миллионов подписчиков. Офигеть! Так, ага, ну и самый главный подарок. Slavic Must Mobile. О, смотрите, друзья, нифига себе! Машина золотая, офигеть! Хо-хо-хо. Прикольно, ребята, сделано, реально прям прикольно. Кстати, да, друзья, смотрите, миллион подписчиков, кстати, довольно-таки, я думаю, уже скоро будет. Так что, возможно, даже будет распаковка кнопки. И скажу вам, ребят, по секрету, то, что у меня как бы еще и серебряной нету. Я ее, короче, ребят, не заказал, вот, как-то вот так вот. Так что, возможно, будет распаковка сразу двух. Но это все, конечно же, это у нас, ребят, будет, когда, собственно, получу уже на миллион подписчиков золотую кнопку. В общем, да, друзья, вот такой вот прикольный подарок от Неваса. Очень, друзья, крутой подарок. Ну и вот, друзья, третий подарок от Арчи. Смотрите, не открывать до 2019 года. И как его, ребят, собственно, открыть? Что-то я пока что не понимаю. Ладно, давайте мы, друзья, просто заспамимся вовнутрь. О, друзья, смотрите, тут бомба какая-то. Да. Так, с Новым годом, ты лучший. Так, пацаны, необходимо кнопку нажать. А, ребят, все бомбануло просто, вы понимаете? Мы, кстати, еще живы. А, ненадолго. Хо-хо-хо. Короче, да, ребят, такой вот жесткий взрывоопасный подарок у нас. Довольно-таки круто получилось. И сейчас давайте, ребята, следующая партия подарков. Погнали! И вот, ребята, следующих 4 подарка. Смотрите, от Ленокса, от Леника, от Голубя и, друзья, от Альтаира. Давайте посмотрим. Так, вот такой вот, ребят, прикольный подарочек. Смотрите, так, и внутри. Внутри у нас, друзья, кнопка Ютуба. В принципе, прикольненько, ребят, прикольно. Следующий у нас, друзья, Леник Рок. Так... Тоже, смотрите, друзья, гигантская золотая кнопка, миллион, ребят, подписчиков. Я так, ребят, в принципе, и знал. Короче, мне, ребят, казалось то, что, скорее всего, больше всего будет всевозможных кнопок в подарках, да. Тесла Кибертрак, что-то мне, ребят, казалось. Также, друзья, Шрека, возможно, кто-то бы засунул, того самого, вы помните, у нас было выживание. И возможно, ребят, что-то связанное с Гитлером или с нацистской Германией. Короче, да, ребят, мне что-то так казалось. Ну и, ребят, заходим вовнутрь, получается, голубя. Ну, естественно, друзья, украинские флаги, только почему они такие вот перевернутые какие-то?
Так, и что это у нас, друзья, здесь? Мой друг Хохол, дарю тебе этот кусок сала. Что? Что просто, друзья, за жесть какая-то. Короче, это, ребята, я так понимаю, какая-то свинюшка, типа, да? Короче, да, ребят, я, в принципе, угадал, украинский подарок. Понятно, друзья, понятно. Так, следующий. Следующий у нас, друзья, Альтаир. Так. Ну и, ребят, смотрите, реально, кстати, большой подарок. Кто это? Ребят, смотрите, это Путин, вы понимаете, друзья? Это Путин, огромный, ребят, Путин. Офигеть. Ё-моё, кстати, ребят, похож. Пишите в комментариях, похож или не похож. Смотрите, ребята. А чё он, ребята, руку как-то странно поднимает? Ну ладно. Короче, да, ребят, огромный Путин. Смотрите, президент Российской Федерации в подарке на Новый год. Ну и вот, друзья, смотрите, вот такие вот еще прикольные два подарочка. Я, если честно, ребят, не помню. Этот, ребят, от Гуниса тут написано. Кстати, да, друзья, знаете, лучше пишите прямо на подарке, от кого подарок. Таким образом, я, ребят, 100% скажу, от кого он. Я как бы могу, ребят, посмотреть. Но, например, эти подарки я, ребят, сам сохранял. Я что-то не помню, если честно, от кого он. Ну, в принципе, ладно. Окей, ребят, подарочек. Он, в принципе, может быть и анонимный. Я, если честно, реально прям, ребят, не помню, от кого он. Так, желаю тебе, смотрите, друзья, сколько подписчиков. Ну и здесь, друзья, смотрите, вот такие вот прикольные кнопочки. 100 тысяч. Потом что? 100 миллионов почему-то здесь. И 10 миллионов. Что-то здесь, правда, ребят, напутано, да, видимо, с ноликами. Но в целом понятно, то есть, типа, 10 миллионов подписчиков, 100 миллионов подписчиков. Ну и 100 тысяч уже, ребята, есть. Я там думаю, нужно написать не 100 тысяч, а миллион. Миллион все-таки, друзья, еще его как бы нету, но в скором времени он будет. Короче, да, друзья, прикольный такой подарок. Ну и давайте, ребят, теперь от Гуниса посмотрим. Подарок, ребят, смотрите, от Гуниса. Так, и, ребята... Миша Топ, ой, точнее Слава, Ютуб, иди болей. И какой-то есть, ребят, Жигули, какой-то Запорожец. Короче, да, ребят, машина. Прикольно, прикольно, друзья, прикольненько сделано. Вот, ребят, смотрите, еще вот таких вот прикольных три подарка. Давайте мы, ребят, с вот этого начнем. Так, что это? Какие-то, друзья, сердечки у нас здесь. Следующий, друзья, вот такой, смотрите, еще какой-то у нас подарок. Так, заходим вовнутрь. И что это? Ребят, смотрите, это ж Тесла. Реально, ребят, Теслу кто-то засунул, офигеть. Так, а мы что, прям, ребят, на ней можем поехать? Не, она, ребят, внутри подарка. Сейчас, короче, давайте мы, друзья, все машины, которые я смогу выбить из этих подарков, мы их, ребят, получается, импортируем, да, то есть удалим сам подарок, оставим, ребят, собственно, содержимое, то есть там машины все вот эти вот. И, ребят, посмотрим, что же там за машины мне такие надарили в BrickRicks. И, друзья, еще один прикольный подарочек. В общем, да, ребят, смотрите, еще одна Tesla Cybertruck. Прикольно, ребят, прикольно. Так, а, смотрите, друзья, еще один подарок, просто из ниоткуда появился, от Спринга, ребят, от Спрингтрэпа. Он открывается? Смотрите, да, ребят, он открывается. О, вау, что это? Офигеть! Друзья, смотрите, он, получается, сделал Фредди из ФНАФа, и он, ребята, в руке держит кнопку Славик Маст, золотую, ребят, кнопку на миллион подписчиков, капец. Это, ребят, небольшая пасхалочка к новой, ребят, постройке, к новому, ребят, выживанию. Да, ребят, с ФНАФом он будет связан, ребят, этот ролик. Короче, да, ребят, смотрите, в подарочках были вот такие вот прикольные машины. Какая-то такая, ребят, прикольная Теслочка, смотрите, Кибертрак. Довольно-таки, кстати, неплохо так, ребят, управляется. Так, смотрим. Что, мне пушки, что ли, есть какие-то? Нет, ребят, камеры. Кстати, вид от первого лица, о, реально, ребят, реалистично, кстати, сделано. Потом, ребят, смотрите, это что у нас, Шкода? Я думал, это, ребят, какой-то Запорожец у нас. Ай, машина, ребят, такое себе. Хотя, кстати, по характеристикам, воу! Что-то, ребят, не по плану пошло. Мы, кажется, друзья, наш подарок разбили. Но машина, кстати, друзья, неплохая. Так, о, хорошая, ребят, машина. На Новый год, в принципе, ребят, любая машина подойдет. Так, ну, прикольно, ребят. Но я думаю, знаете, если, ребят, на Тесле разогнаться, мы ее просто в хламину разобьем. Давайте сейчас это, ребятки, сделаем. Так, максимальное ускорение. И... так, ну... серьезно? Нифига себе, друзья, машина крепкая. Ну и, друзья, мне только что подарили еще одну Tesla Cybertruck. Смотрите. Я думаю, вы уже, друзья, помните эту тачку. Тоже, ребят, очень-очень она, видите, мощная, быстрая, но... ну, кстати, друзья, это белая машина, это, ребят, Шкода. Тоже довольно-таки хорошая, прочная. Так, давайте, ребят, знаете что? Устроим краш-тест двух Tesla. Пацаны, садитесь. Я, ребят, на эту буду. Так, кто у нас на эту? Арчи. Готов, Арчи? Сейчас давайте, ребят, разгонимся назад немножко. Назад. Готов? Давай до счета 3 вперед. Раз, два, три. Все, ребята, максимальное ускорение вперед. Сейчас, друзья, будет краш-тест. У кого Тесла лучше. Так, ну!
Нет, ребят, у двоих она, видите, довольно-таки мощная. Давайте, друзья, гоночки устроим. Давайте, пацаны, берите все машины. Давайте мы сейчас, ребята, гоночку устроим. У кого самая-самая быстрая машина. Раз, два, три. Поехали. Так. Нифига себе, ребят. Вот это, конечно, Тесла реально быстрая. Нифига себе. Сколько она, ребята, едет? 280, 300. И, ребят, меня занесло. Блин, едем, едем, едем. Все, остановка. Короче, да, друзья, вот такие вот прикольные подарки от моих подписчиков на Новый год. Да, ребята, такая вот у нас новая рубрика. Давайте будет на канале открытие подарков. В этот раз сегодня у нас, ребята, раз Новый год, новогодних подарков. Пишите, друзья, в комментариях, у кого самый-самый был крутой подарок. Какой вам, ребят, подарок больше всего понравился. И да, ребята, если вы играете в BrickRix, умеете строить, то можете сделать подарок для меня, для следующей, ребят, серии. Выложить его в Steam Workshop'е с пометкой Slavic Vast. И я его, ребят, покажу в следующей серии. И, возможно, именно твой, дружище, подарок попадет в следующую серию. Я его покажу. И, в принципе, будет реально, ребят, очень-очень круто. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Стройте, друзья, подарки для меня. Выкладывайте их в воркшоп. Скидывайте их, друзья, не знаю, ссылки мне ВКонтакте, да, в сообщения. Либо, ребят, просто текст, собственно, пишите. Я их сам найду. Короче, да, ребята, всем пока-пока-пока.